Это ДТП произошло утром около 10 часов на улице Пушкина возле моста. Водитель спецмашины пояснил, он ехал в сторону авиагородка, но по техническим причинам остановился. Таксист же двигался в обратном направлении. К счастью, в момент аварии в салоне француза не было пассажиров. Однако движение общественного транспорта на время затруднилось. Мы ехали, работали, посыпали. Заклинило, попало, круг пошел поправить. Он летит с горки и ну и лупанул. Он с горки, как и шел, вот так вот винтом. И промыл машину. В обстоятельствах дорожно-транспортного сейчас разбираются сотрудники ГАИ. Известно, что на задних колесах Рено стояла летняя резина. Но что именно стало причиной аварии, предстоит выяснить специалистам. К слову, на ДТП с участием такси госавтоинспектора выезжают второй день подряд. В понедельник утром на Урицкого водитель сбил пешехода.